ту пору, когда у нас было много так называемых несунов, мы, конечно, отражали на сцене эту тему. У меня даже был такой номер – несун. Несун ты, Вертухин! Да, несун. Чтобы вынести инфляционные процессы. Вон какая кругом гайдаровизна. Не для себя стараюсь, для людей, между прочим. Да, я им продаю дешевее. Вон, работал я на этой фабрике керамической, хрустальной посуды. Там этого добра навалом. А магазин не везут, чтоб потом подороже продать. Что же я не могу порадовать людей, продавая им дешевее. Вы думаете, так просто выносить через проходную кофейный сервиз? Под мышками чашки, на локтях сахарницы, на коленках блюдца, кофейник. Чё? Шапки. Одно неосторожное движение, все в дребезги. Хорошо, не можешь повернуться спереди, сзади, зажат металлическим подносом. Идешь через проходную постройки, смирно равнение на охранника. Охранники бывают разные. Одни честь дают, другие по плечу хлопают. Как жизнь несгибаемая. Или ткнуть тебя пальцем в живот, потом ходит полгода на перевязку. Ну, ушел я с этой фабрики, пошел на трикотажную. Все женщины нас всегда вязали. Сейчас не вяжут, потому что никто не снабжает. Вертухин будет снабжать. Вертухин. Как ее вынести, эту пряжу? Обмотал я горло нитками, талию и другие достопримечательности. Иду через проходную. Что у вас с горлом? Я говорю, ангина полушерстяная. Почему ноги не сгибаются? Столбняк от долгого мотания. Поверили, ах так, думаю, рвану на всю катушку. Обмотался я пряжей с ног до головы. Аж лица не видно. Иду, стой, кто идет? Я говорю, бобина. Странно, нитки мы получаем из Японии, а бобина шпарит по-русски. Повели меня на центрифугу эту. Размотали так, что я полгода по кругу ходил. Смотался я с этой фабрики. Пошел на фабрику стирального порошка. Стирать-то все равно надо. Снабжать будет Вертухин. Вот вопрос, как его вынести? Он же гад сыпучий. Шил себе куртку 86 размера. Брюки бананы с четырьмя штанинами. И шляпу сомбреро с двойным дном. Вот такое сомбрерище. Но я же не рассчитал, что у меня мышцы-то слабее. Иду через проходную, как штангист. Ноги на ширине плеч, руки на ширине ног. И главное, расстояние между ногами все время увеличивается. Сомбреро до носа. Пою бесаме. Бесаме му. Му. А тут дождь пошел. Ха-ха-ха, до проходной 200 метров. Чувствую, все на мне намокает. Одежда набухает. Пена к горлу подходит. В ногах уже стирка идет. Из сомбреро эта пена залила мне лицо. Ничего не вижу. Кричу, где проходная? Охранники, здесь! Выскочил на улицу. Прохожие оглядываются. Смотрите, говорят, снежный человек побежал. Вы не поверите, я после этого случая 5 лет мылся без мыла. Смылся я с этой фабрики, пошел на мясокомбинат работать. Поглядел я на телячьи ноги. Вроде от моих ничем не отличаются. Взял я ноги в руки. Встал на четвереньки и поскакал на проходную. Слышу, один охранник говорит другому, по-моему, тут теленок пробежал. Второй говорит, первый раз вижу, чтоб теленок на проходной пропуск предъявлял. Я даже заметил, что у него на фотографии морда свинячья. Догнали меня.
стали ноги отнимать. Главное, вместо передних задние. Зачем? Так вы что, оборзели, что ли? Это ж мои родные бульонки. Они на бой не разберемся. А впрочем, милиция, если ты это терпишь, а мы вместе с тобой, так нам и надо.